Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, установил, допустил нарушение управления механическим транспортным средством правил дорожного движения, привлекшее по неосторожности смерть человека. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения.